Еще Гиппократ утверждал, что больные поправляются быстрее, если ездят верхом. Прогулка на лошади в США и Европе, а с недавних пор и в России признана официальным видом лечения. Он называется ипотерапия. Этим оригинальным методом удается лечить многие заболевания, ему посвящены и фестивали. Один из них прошел в Новочебоксарске. Звуки скрипки, конкурсы, фокусы и, конечно же, лошадки. Так стартовал фестиваль по конному спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья «Весенняя подкова». Вот уже второй раз в город-спутник съезжаются ребята из регионов Поволжья. На этот раз фестиваль собрал более 80 участников. Юные наездники делали вольт, проходили змейку и преодолевали ковалетти. Для них была специальная тропа. Она создавалась с учетом всех особенностей развития участников. Такая верховая езда полезна для здоровья этих ребят, в один голос утверждают специалисты. Позитивный настрой – одно из основных условий успешного лечения, а природный массаж – одно из средств реабилитации. Ну и, конечно, по итогам фестиваля лучших из лучших наградили медалями, дипломами и кубками.